Группа начинает разбег. Вы видите, всего несколько десятков, вернее, ну, порядка сотни метров сейчас нужно для того, чтобы поднять в воздух эти легкие спортивные самолеты, являющиеся практически классикой нашего спортивного авиационного, к сожалению, уже прошлого, да. Эти самолеты пока, вернее, уже не выпускаются, но в то же самое время самолеты ОКБ имени Яковлева являлись основными машинами для подготовки летного состава летчиков-спортсменов, для участия в соревнованиях по самолетному спорту, для постановки разных мировых рекордов. Поверьте мне, это достаточно легендарные самолеты. И вот группа взлетела, сейчас выполняется сбор группы, она будет перестраиваться в порядок рук и выйдет на центр пилотажа во всей своей красе. Все внимание на группу влево. Пожалуйста, приготовьте свои фотоаппараты и видеокамеры. И не выключайте до конца нашего выступления. Я уверяю вас, вы получите массу уникальных кадров. А там уже размещайте хоть на YouTube, отправляйте брату, папе, маме и получите миллион лайков. Приветствуем пилотажную группу. Первый полет. Дорогие друзья, пилотажная группа «Первый полет» дарит вам свое искусство. Ведущий самолет пилотирует известный в авиационных кругах Александр Михайлов под прозванием «Лодочник». Те, кто знает, те поймут. Это поистину легендарная личность, которая освоил массу всевозможных летательных аппаратов, садился и на воду, и на песок, и на глину, и на землю, и на траву, и на куда только угодно. Выдающийся летчик. Левый ведомый. Всем вам уже известный Роман Овчинников, который принимает участие в гонках. Правый ведомый Дмитрий Самохвалов. И хвостовой ведомый. Наша незаменимая, наша неповторимая, наша любимая Ирина Маркова. В московском небе. Как прекрасен и красив ее полет. Легкость, с которой девушка выполняет все эти фигуры, напоминает просто танец. Давайте поаплодируем этой девушке. Спасибо, Ирина. Итак, пилотажная группа «Первый полет» основана в 2009 году. И за 5 лет своего существования стала одним из самых ярких представителей самолетного спорта России. «Первый полет» – единственная пилотажная группа в России, выступающая на поршневых самолетах. Вращение выполняет Ирина Маркова. Ну а слева к центру пилотажа подходит двойка «Яков» – Роман Овчинников. ПА-23. И Як-54 Ирины Марковой выполняют сложнейшую фигуру вентилятор. Ваши аплодисменты, ребята! Четкости и контроля всех действий от летчика. И не только в самолете.